человек привязан к своим взглядам. Ну, например, чтобы было понятно, вы можете ли, Марат, сейчас вам булочку подадут, будете жевать, и попрошу Сергея открыть рот, вы туда плюете, а он дальше жует и так будет передавать. Как? Вкусно? Вы не можете, да? Хорошо. Тогда заходим в ресторан. Перед вами хромированные серебряные ложки, вилки и ножи. Почему их спокойно суете в рот? Верим, что они помыты. Хорошо. Вы верите, что они хорошенько помыты с... Что-что? С моющим средством. Отлично. Это у вас отвращение вызывает, потому что это у вас вера. Хорошо. Добро пожаловать в следующую комнату после ресторана. Там находится наш медбрат, медсестра с клизменным аппаратом, а я рядом с ним стою транспарантом. Вы у нас 10-тысячный пациент. На одной это мы штук. И ваша задница будет 10-тысячная задница, куда засунем этот мыштук. Ваша реакция? Вы откажетесь, мы скажем, это хорошо помыто моющим средством, дезинфицировано. Вы согласитесь? Отвращение будет вызывать? Отвращение будет вызывать, но не соглашусь. Почему? Вы в одном случае спокойно, без отвращения засовываете рот, в другом случае ни на какие уговоры со стороны сердобольного медсестры не идете. Вы понимаете? В одном вы воспринимаете как нормально, а это одно и то же. Я вам говорю с другого ракурса. Вы понимаете, это мерзко. Вы лучше подохните, чтобы этот мужчук был внутри вашего тела. Германия однажды, ну там они такие дерзкие, могут открыть и говорить. Одна женщина, и ваш покорный слуга не принадлежит ни Европе, ни Востоку. Пол жизни по всей Европе, по всему миру шастаю, пол жизни там. Ну, такой тематикой пошли у нас мастерские. И, между прочим, она одна из лучших на сегодняшний день моих учеников. Один из крупнейших бизнесменов в Германии. Горжусь за нее. Но мы начали с одного. И она до сих пор, говорит, вы в таком шокирующем форме объяснили. С того момента, говорит, вы, говорит, сбили. Она сидела, говорит, это восточные штучки. Первая была реакция из зала. Я говорю, скажите, пожалуйста, что вызывает восточные люди у вас? Они грязные, немытые. Говорю, стоп. С этого начинаем. Вы были на Востоке? Да, как было в Индии. И Индия – это не Восток. Сколько раз вы в день моетесь? Говорит, как сколько раз? Когда надо? Ну, говорит, сколько раз в баню ходите? Раз в неделю. А сколько раз под душ в день заходите? Ну, говорит, это личный вопрос, на это не отвечу. Ну, ладно, говорю, сколько раз лицо сегодня мыли? Один раз. Говорю, отлично, математика – это точная наука. Вы один раз лицо помыли. На Востоке 5 раз в день не только лицо, не только руки, подмышки и жопу моют. Получается, с точки зрения математической, их задница чище ваше лицо. Могут быть у них улицы грязные, но не тело, но не душа. Потому что я там бываю. Там тоже веду занятия, там тоже занимаюсь человеческими проблемами. Вот с этого начались у нас ознакомления, знакомство и дружба, и наш путь как ученик и наставник. Ложку запомнили? Отторжение не вызывает. Привычность. Внимание, мы начинаем приближаться к чему?
к болоту, именуемой привычность. И именно это болото очень трудно пробить, потому что в этом болоте, именуемой достижение в виде съемной квартиры, в виде однокомнаты коммунальным и мебелем, притащенной из свалки, или какое-то рабочее место, куда вы приварили себя автогеном, она за определенное время приобретает абсолютно незыблемое что? Такое качество – ваша жизнь. Ваша жизнь. Любая мечта, типа «хочу вырваться», любое нытье вашей души говорит, что ты делаешь в этом высотке? Ну что ты делаешь? Ну когда же ты поставишь точку? Эту коммуналку, эту однокомнатную квартиру, это квадратные метры. И душа вам показывает место вашего обитания, где вы в окружении своих детей счастливы, а вы еще не женаты. Вы в своем подсознании, в своих мечтах смотрите. Неплохо бы, ох, как бы было неплохо, если туда. А потом открываете глаза и смотрите на свою среду обитания, на все. И опять же держитесь. Не трогайте моим достижением. Это мое. Хоть гнилой, хоть косой, хоть дерьмовый, но мое достижение. Говорит, что условный рефлекс. Человек перестает замечать ненормальность своего, что? Мыслей. Потому что мысли – это наши, это мы. Чувства одновременно – это мы. Я не говорил о клизменном аппарате. Просто на одной и той же вещи ложка лезет в рот, клизменный аппарат в задницу. В одном вы спокойно пользуетесь внутренними оправданиями, что они хорошо помыты и дезинфицированы. А другому, даже если дезинфицировано, одно мысль, что было 10 тысяч в задницах, у вас вызывает полное отражение, и вы говорите «нет». В одном каждодневные привычные повторения, каждодневная работа, каждодневная среда обитания, каждодневная наемная работа, каждодневная жизнь, которая вас не устраивает. И внутреннее стремление изменить чего? С вашей стороны получает по морде огромными бабками. Знаете, как бабки? На тросе висит огромная бабка, которая разрушает любое строение. Вы одновременно, многие из нас, в каждом из нас это экскаваторчик сидит. Любую мечту хлобысь до основания. Следующая мечта. Вот что такое условный рефлекс. Условный рефлекс за короткое время закроет со всех сторон наши глаза, наши чувства, и мы там себя чувствуем в условном комфорте. Одна часть слуга становится этого среди обитания. Другая часть медленно стонет, ему плохо. В этой среде, в этих улицах, в этих домах, в этих лестничных клетках, где воняет крысой подвальными. Ему хочется уйти в то воображаемое, холмик, долину, где он или она растет своих детей в окружении внуков, внучек.